Сегодня мы поговорим о предателях. Сколько в жизни случалось моментов, когда вы чувствовали горечь предательства? Астрологи выделяют один знак зодиака, который точно может вас предать. Этот знак зодиака – близнецы. Люди, рожденные под этим знаком, талантливые ораторы. Но из-за двуличной натуры слова часто расходятся с поступками. Все красноречие обычно направлено на получение выгоды. И когда цель достигнута, люди для этих знаков стоят не больше использованных салфеток. При этом угрызения совести они практически не испытывают. И часто даже не замечают, что совершили что-то из ряда вон. Так что будьте осторожны в общении с этими знаками. Ну и не забывайте, что бывают исключения.